Что мы сегодня делаем? Даже рассчитала калории. Вот. Каждый перец, каждая паприка выйдет у нас на 334 калории. Как вам такое? Вышли погулять. Мы в Айдахо. Мы в таком месте, что мы гуляем, то мы в Монтане, то мы где-то в Вайоминге, то мы в Айдахо. Это в Айдахо. И мы вдоль такой реки идем все время. Вот. Пока был дождь, нам пришлось спрятаться под елочку. Мы там сидели, ждали. Сейчас идем дальше. Хорошая погода, очень свежо после дождя, мне даже немножко, ну, я бы могла бы кофточку надеть, если честно. И посмотрите, как здесь красиво просто. Кстати, повсюду здесь малинка растет дикая. Очень, кстати, вкусная маленькая, но очень сладкая. Она здесь просто везде растет. Мы идем. И пока гуляем, рвем ее. Большая. Рвем ее и кушаем, пока гуляем, потому что она повсюду. Погода подводит, потому что опять что-то гремело. Только дождь перестал. Я думаю, он, наверное, может и опять начаться. Но ничего. У нас в планах пройтись, прогуляться сегодня долго. Потому что завтра едем в Йеллоустоун второй раз. Собаку с собой не берем, чтобы она была уставшая. Завтра весь день валялась, отдыхала. И мы завтра тоже, если будем весь день в машине, много особо ходить не будем. Тоже как-то надо немножко растрястись. Короче, в Айдахо все растет. Это яблоня. Потом яблоня. Потом как разбери на русском? Малину. Потом мы видели эти такие вот черные штучки, их тоже можно кушать. Вот. То есть на одной тропинке сейчас гуляем, а здесь прям все растет. А хаклберри называть, я не знаю, как на русском хаклберри, растет и малина, и яблоки, и хаклберри. И вообще, короче, в Айдахо все растет. Как-то даже просто вот дерево. Мы идем, муж увидел. Ой, что-то мы устали уже идти, жарко сегодня. Вот, это хаклберри. В Германии, кстати, росли. Я в детском садике их ела, и меня ругали, говорили, что нельзя кушать, может быть, это вредно. Я говорила, можно, это съедобно. А мне пытались просто запретить. Вкусно? Там люди где-то. Я не знаю, если это бэр пуп, но возможно. Я такого просто пупика еще не видела. Во-первых, это большое, и во-вторых, это не выглядит, что это. Я в интернете видела, кажется, это возможно бэр. Да.
Так, мы прошли уже 3.2 мили, идем назад. Уже где-то сколько? Последний раз проверяла, было уже почти 400 калорий, сейчас уже, наверное, даже больше. 6000 чем-то шагов, так что обратно даже где-то будет 12 тысяч шагов. Может быть, где-то 800 или даже 900 калорий. И 6 чем-то мили. Дорога интересная. Вдоль реки всегда. Солнце вышло, стало жарко. До этого тучи, ветер и дождик тут и там капал. Нам два раза, кстати, пришлось спрятаться под дерево и подождать, пока дождик перестанет капать. А сейчас я иду назад к машине, домой. Будем собаку мыть, кушать. И на этом, как, кстати, уже суббота и заканчивается. Очень удобная вещь. Каждый раз, когда идем гулять, каждый раз надеваю, и отлично все помещается. Удобно. Удобно носить, удобно вытаскивать вещи. И не зря, кстати, купила. Собираем яблоки, потому что их здесь много. Они зрелые, и они даже больше, чем то, что муж сейчас взял. Это он первый сорвал. А здесь даже больше растут. Айдахоские. Дикие яблоки. У медведев забираем еду. Мы здесь только что какашку видели. Наверняка они кушают яблоки. Они вообще не боятся, посмотри. Когда я говорю, что Айдахо мне не нравится, это потому что это вам большая часть Айдахо поля. Картошка и wheat. Как wheat на русском, не знаю. Зерно. Это вес Айдахо. Короче, в Айдахо мы больше возвращаться не будем. Есть много других штатов, куда нас очень тянет, где мы не насмотрелись. Практически это все штаты, кроме Айдахо. Монтана на первом месте, Орегон на первом месте. Айдахо можно как бы так себе пропустить несколько раз, потому что, честно, это все, что я вижу каждый день. Кроме как, если я еду на границу Вайоминг, на границу Монтану, там начинаются леса. Или вот маленькие пучки в Айдахо, как, например, Mesa Falls, от нас минут 15. Маленькие такие пучки, леса, они тут и там вот встречаются. А в основном это все Айдахо. Это был весь юг Айдахо был таким. Единственное, что там не было даже вид на гор. Там просто все было плоско. Потом часть Айдахо, которая граничит на Орегон.
частая дорога, которая граничит к Вайомингу, Монтана. Вся эта часть одни поля. Все, привет всем! Наш отдых заканчивается в Айдахо. Сегодня суббота. Мы вообще-то хотели завтра утром, рано утром встать и поехать дальше. Но дело в том, что будут сильные ветра по всей Юте. А мы как раз по всей Юте будем ехать, потому что мы едем в Юту, мы едем в Моаб. И так как завтра весь день просто адские ветра и очень сильные ветра, не маленькие ветра, а сильные ветра, муж решил, что, может быть, сегодня вечером поедем, проедем половину, где-то остановимся, можно будет поспать, и потом утром кусок доехать, но тем же самым мы не будем ехать в сильный ветер, потому что сильный ветер, это может быть опасно. Поэтому я сейчас буду готовить вещи, потому что если мы сегодня ночью где-то к 8 поедем, есть чем заняться. К примеру, что мы берем с собой? Мы с собой много чего берем. Так, что мы берем с собой? Я себе сюда налью кофе. Люблю вот эти всякие разные готовые, но так как здесь очень мало чувствуется самого кофе. Я люблю сладкое кофе, но в то же самое время я люблю чувствовать кофе. Когда я пью кофе, ничего кроме сахара, молока не чувствую, для меня это не кофе. Поэтому сюда я добавляю кофе, делаю свою микстуру. Вот это мы берем с собой. Потом мы закупились сэндвичами. Я себе взяла chicken pesto panini. Это песто с помидорками, салат и курицей. Муж себе взял такие. Ну, в дорогу, мы такие вещи любим в дорогу брать. Муж себе купил такой кофе. Берем с собой. Беру мужу напиток с собой. Он у меня любит зубную пасту или... Как это называется на английском? Не зубная паста, а... Я забыла, как этот напиток называется. Забыла. Купила себе протеиновый шейк. 30 граммов протеина, 180 калорий, бананов. Ложим булочки. Потом у мужа еще вот это есть, мы с собой берем. И на скидке 2 за 5. Поэтому я взяла 4 штучки. Я сейчас их помою и тоже положу, потому что я в дорогу тоже с собой возьму. Это все, что мы берем с собой в дорогу. А, еще энерджи напиток мужу. Где он? Надо будет спросить, какой он с собой хочет взять. Так. И после этого, сейчас я все сложу, пойду машину помою. Машину надо внутри почистить, пропылесосить, помыть, протереть, Чарункину кроватку почистить. И потом попью кофе. Буду немножко отдыхать. И потом дальше пойду здесь внутри все убирать, собирать уже вещи постепенно, что, как, куда. И к вечеру, чтобы мы были готовы, потому что к вечеру мы решим, едем ли мы в 8 вечера, или мы выезжаем ночью в 2 утра. Мы еще не решили. Но, скорее всего, мы где-то сегодня в 8 вечера поедем. Дорога состоит из сколько нам ехать? 8 часов нам ехать. Если мы в 8 вечера проедем, 4 часика или 5, потом где-то пойдем поспим, и потом утром поедем, и все. Так, машину почистила. Очень на улице жарко. Поставила заряжаться мой пылесос, и пока он заряжается, буду пить кофе и немножко отдыхать, потому что надо будет... А вот это все убирать. Ну, это не страшно, это немного. Просто, как всегда, как я говорю,
Просто все, что стоит на поверхности, я это уже говорила тысячи раз, мы просто все эти вещи прячем по углам. Шкафчики, куда-то там в ванну, в душ, в раковину. Ну, у нас много шкафчиков, кстати, слава богу, все помещается. И все. И все. Очень много из вещей ставлю сюда, вот, под стол. Потому что там много мест, и пока мы едем, вообще ничего, ну, как бы стоит. Никуда ничего не сколдет, ничего. И плюс мы слайд закрываем перед... Там, короче, потом вот кухня. И нету никуда, чтобы что-то куда-то покатилось. Очень хорошее место. Да. Завтра уже будем в Моаб. Как вам такое? В Моаб, Юта. У меня муж очень хотел в Моаб. Я как-то... Мне нравятся Красные каньоны. Мне нравятся Красные каньоны. Это что-то особенное. Но я за зиму насмотрелась в Аризоне, в Юте. Я лично насмотрелась этих Красных каньонов, что как-то я, ну... Я уже все. Меня они уже больше не привлекают. Я уже все. Я их уже насмотрела все. Но у меня муж очень хотел в Моаб. И у нас была проблема найти, куда нам ехать дальше, потому что все места забронированы. И как бы мы вообще-то хотели в Колорадо. И мы решили на 2 недели остаться там. Мы будем 30 минут от Моаба. Нашли RV парк. 2 недели 533 доллара. Это очень хорошая цена. Потому что обычно 2 недели выходит по 800 долларов. 2 недели. И мы там 2 недели потусуем. Потом посмотрим дальше. Я хочу очень в Дуранго. Колорадо, я хотела бы там месяц протусить, посмотрим, если получится. Если там мы ничего не найдем по нормальной цене, потому что Дуранго достаточно популярное место, то мы пойдем в South Fork, там, где мы были первый раз в Колорадо. Там есть на месяц 666 долларов за целый месяц, представляете? Мы за 2 недели 588, а там целый месяц. Мы тогда туда поедем на месяц и вспомним вот это время. Это был наш первый раз в Колорадо. Первый раз вообще увидели этот штат. И нам тогда очень повезло. В South Fork очень красивое место. Оно маленькое. Там нету пробок, там нету людей. Там пусто. Ну, там столько много трейлов. Буквально минут 10, 15, 30, час. То есть мы даже за 2 недели, что мы там были, мы не успели все увидеть. Помимо того, я хочу посмотреть, вернуться трейлы, которые мы уже прошли, которые мне очень понравились. Так еще мы не были в Пагозе. Мы в Пагозе Спрингс были один раз. Хочется в Пагозу вернуться, потому что в Пагозе было красиво. Хочется еще другие города, как Криди или как называется, посмотреть. Короче, очень много разных мест, где мы даже не были. Поэтому, если мы вернемся в то же самое место, где мы уже были, не так страшно. У меня лицо такое красное, оно кажется. Я просто реально сейчас чистила машину, и как-то тепло. Солнце печет, хотя тучи, но вот жара стоит. Вчера, кстати, зависла. Очень чуть-чуть пошла. Не работает. Я еще вещи мыла, я вещи стирала, все остановилось, все не работало. Муж говорит, давай я генератор включу. Я думаю, зачем вытаскивать генератор, заливаться маслом, да, вот бензином. И вот это все, если все равно через пару часиков, наверное, по-любому включится. Ну, так и произошло. Включилось через пару часиков, чуть-чуть поработала, а потом опять исчезла на пару часиков. А потом уже все, работала окончательно. Oh, 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 oh
короче, мы когда ехали на новое место, у нас оставалось час, и у нас сломались велики. Не просто велики, я вам сейчас покажу. Короче, это держатель великов. Да, на них были велики, с ним все в порядке. Но я вам покажу сейчас. Здесь висел держатель великов. Да, вот эта железная рама. Для чего она сделана, если на нее ничего вешать нельзя, без понятия. Вот это сломалось, с другой стороны тоже, короче, просто металл оторвался, и оно криво висело. Муж сейчас как бы сделал более прямым, но оно криво висело. Из этого держатель великов тоже криво висел, и просто велики по дороге, как это говорится, просто по дороге они за нами ехали, пока мы ехали 60 миль в час. Из-за этого мы один велик полностью угробили. Вот этот велик, его можно починить. Здесь только надо поменять колесо. А вот второй велик сзади, посмотрите. Нам всего лишь оставался час. Всего лишь час. Как долго мы должны были ехать с великами, которые мы за собой тянули по дороге, если металл настолько отошел. Это прям, эта вся вилка прям сломалась. Педали не хватает. Вот здесь тоже резина. Резина вообще у нас, короче, горела. Мы ехали, когда остановились, с нее шел дым. Педаль здесь, короче, второй велик просто по запчастям муж разобрал. Будем выбрасывать, потому что его не спасти. Тяруни, ко мне. И, короче, грубо говоря, $1000 новые велики. В жопу все. Самое печальное просто, что там никто ничего не говорил. Я не знаю, как долго мы должны были ехать, чтобы так испортить велик. Вот это железо тупо по дороге тянулось. И нам никто ничего не сказал. Ой, тут кошак. Чарунка увидела, ей не нравится. В итоге один человек рядом с нами ехал, открыл окно и нам что-то там про великов сказал, поэтому мы остановились, но непонятно, сколько времени вообще мы ехали, нас люди обгоняли, то есть люди видели, никто даже просто не бибикнул, ну просто вот дать знать, да, то есть ну видно же ненормально, велики по дороге тянутся, из них идет дым, то есть они полусломаны, понятно же, что мы, наверное, это не видим, ну как бы не знаю, короче. Никто ничего не сказал. Если, может быть, сразу сказали бы, не все так было бы печально. Хорошо, что ничего хуже не случилось. Знаете, вот эта железная штучка на доме на колесах могла бы отпасть и вообще кому-то под машину попасть. И могла бы быть какая-то супер-мега-авария, да. Ну, потеряли велики новые. Буквально 5 раз на них поехали. И их уже потеряли. Печально. Ну, что поделать. Поэтому мы таки приехали, буквально у нас оставался час доехать до места назначения, и вот это случилось. И настроение, конечно, не очень. Ну, у меня чуть-чуть лучше, у мужа, конечно. У меня муж очень, очень негативный и очень долго из-за такого может злиться. Я такой человек, что я такая, ну, позлюсь, мне печально, жалко, но потом как бы что поделать, правильно? Как бы случилось, случилось, все, надо жить дальше. Ну что поделать, к сожалению. Привет всем. Мы приехали на новое место. Мы сейчас находимся в Юте, 30 минут от города Моаб. Самое интересное, что мы, где мы сейчас находимся, у нас высота, вот elevation, не знаю, как на русском elevation, короче, высота этого города состоит почти 7000 миль. Моаб находится 4 чем-то тысяч миль. И здесь у нас 27 градусов сегодня было, а в Моабе было 33. В Моабе, как в Техасе. Жара, солнце ужасно вот печет, чувствуешь. Мы после работы пошли прогуляться с собакой, и было жарко. Так вот, мы забронировали здесь RV-парк на 2 недели всего. Мы, кстати, 8 часов сюда ехали. И этот RV-парк принадлежит старому чуваку, ему, может быть, лет 80, старый. Видимо, он здесь живет, и он часть участка переделал в RV-парк. Так вот, он пришел.
Ты нам принес просто свежие овощи из их огорода. Посмотрите, это все они сами выращивают. Даже черри, помидорки, огурцы. Не знаю, это халапеньо или что это. Это все свежее. Главное, смотри, это еще землей, а это все свежее из... выкопали из огорода. Короче, он нам принес. Надо теперь подумать, что с этим делать. Ну, кушать. Свежее выращивают у себя в огороде. И нам принесли угостить. Классно. Такого еще у нас, кстати, не было.